Самая большая статуя, вырезанная в скале, Будда в Лэшани. Поехали! Лэшанский Будда, который был построен как защита от дождя, попал в книгу рекордов Гиннесса, как самая большая статуя этого божества, высеченная в скале. Высота этого изваяния более 71 метра. Расположена достопримечательность в Китае на пересечении рек Цинь-И, Даду и Миньянь, что неподалеку от города Лэшань. Глаза этого Будды смотрят на священную вершину горы, а ноги изваяния обмывает река. Голова Будды имеет высоту 15 метров, при этом длина носа 5,5 метра. Размах плеч статуи 30 метров. Длина пальцев на ногах около 1,5 метра, а длина пальцев рук 8 метров. Статуя была высечена в горе Линьюншань в 4 веке, когда Китаем управляла династия Тан. Строили изваяние 90 лет. Почти 1000 лет разглядеть Будду издалека было невозможно, так как перед ней стоял храм-павильон великого образа высотой в 13 этажей. Здание высотой доходило до шеи статуи, но в 17 веке пожар уничтожил павильон. Статуя Будды не только рекордно большая, но является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Слияние трех рек в Китае привлекает туристов не только из-за одного гигантского памятника. Рядом с ним еще находится 90 изображений божеств, высеченных в скале. На месте есть две смотровые площадки у подножия статуи и на вершине горы Линьюншань. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем удачи и пока!